И горячая ванна для обезьянок. В Японии сотрудники ботанического сада тропических растений в Хакодате каждую зиму наполняют специальный резервуар в парке водой из термального родника неподалеку. Первый раз в этом сезоне около 90 приматов смогли принять теплую ванну. Температура воздуха в Хакодате сейчас около 2 градусов по Цельсию. Периодически идет снег. И вот в такую погоду обезьянки любят наслаждаться горячими источниками. И все это под вспышки фотокамер посетителей.